Пусть доброжелательная атмосфера Минского дворца спорта, традиционно высокий уровень организации соревнований и активная поддержка белорусских болельщиков способствуют успешному выступлению каждого участника чемпионата Беларуси. Желаю всем борцам крепкого здоровья и удачи, а зрителям ярких эмоций и хорошего настроения. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. В Беларуси всегда все соревнования высокого уровня проходят на высоком организационном уровне. Этот турнир не является исключением. Хотелось бы отметить, что в лучшую сторону изменилась и техника. Приезжают сюда уже спортсмены, которые обладают очень хорошей техникой борьбы. И уже сегодня здесь действительно проходят такие яркие, очень запоминающиеся зрелищные схватки, потому что все спортсмены, какую бы страну они ни представляли, уже сегодня очень хорошо себя чувствуют в самбо и пока демонстрируют действительно хорошие приемы. Белоруссия спортивная страна, и самбисты очень хорошие, сильные. Правда, я как-то сказал, что у вас скамейка запасных малая. Надо, конечно, молодежь больше подтягивать туда, чтобы они выступали в соревнованиях. Ребята подготовлены, воинственно настроены и демонстрируют красивую борьбу.